Ребята, всем привет, с вами Александр, мы в гостях, и у нас Титанобо, после турничка, да, который, короче, постримить по-людски у нас не получилось. Та-дам! Прекрасная, няшная, единственная в своем роде змеючка. Так, ну, а зашел я в гости только по одной причине. Потому что есть здесь большой такой вот турнир. Вот это. И здесь у нас есть три пахигалозавра. Давайте вот три индораптора против трех пахигалозавров. Так, повоюем немножко. У нас в два раза больше урон, а у него практически в два раза больше жизни. Поровну, поровну. Так, ну правда мне нужно 3 балла, чтобы его убить, а ему нужно все-таки, наверное, 4, я думаю. Вот подлец. Ну, посмотрим, посмотрим. Пробил. Так, я вот думаю, что сейчас сделать. На 3 его пробить как-то неприкольно получается. Он проатаковал на 3, а ну-ка. Вот то, о чем я говорил, я выжил. А он нет. Ну, в общем-то, получилась изи-катка. Все по плану получилось. Идеально. Три, три, три. Отлично. Так, ну у него сколько? Максимум 1 балл остался. Если вообще остался. И полная атака. Ну, хорошо. Так, это у нас получится что? Еще 2 боя будут с пахигалозаврами? Ну, как-то так не прикольно. Ага, снова. Снова вы. Так. Но 3 приатродона его не пробьют. Никак. Это будет совсем не в нашу пользу. У него жизни в 3 раза больше, удар примерно равный. Ну, как-то так давайте попробуем. Это будет уже намного сложнее. Он сейчас на двушечку, да, проатакует. Он снял меньшую часть жизни у меня. То есть я, в принципе, могу еще отсидеться, он сейчас меня опять не пробьет. Это круто. Вот этих немножко больше жизни, какая-то там тысяченочка две. И, в общем-то, много чего нам позволили сделать. Целых 2 балла мы выиграли. 2 балла, и еще мы еще и живые остались. То есть он, по идее, сейчас должен атаковать на все 3. И это будет вообще все изи-катка. Еще легче, чем первый бой получится. Вот иногда чуть больше жизни намного лучше, чем вдвое больший урон. Это я про Юдона и Индораптора. У него по нулям, и ему сейчас нужно будет атаковать. Ну, тут уже за 3 он нас пробьет, конечно. Ну, очень большую роль здесь сыграл именно порядок. То, что Юдон стоял первым, у него было 11, там, а не 10. Потому что вот было бы так, хотя тоже неплохо получилось, то есть даже так получается. Да? Ну ладно. Ладно, выпустим тогда снова Индораптора. И пойдем тогда амфибиям. Сейчас получится так, что, ребята, третий бой амфибиями, который должен быть самым легким, окажется самым сложным. Если вообще
получится пройти. Я даже не знаю, то есть у нас только один Гаргазух может нормально так дамажить. Ну, вот Митрефодончик есть, но он, Митрефодон, хуже по всем параметрам, чем Индораптор. Даже вот не знаю. О, давайте так пойдем. Хотя, да, этот новый порядок, когда динозавры стоят не в том порядке, в котором бы мне хотелось, иногда вводит в заблуждение. И так он 2 в защиту, я тоже 2 в защиту. А, слабак, у него 4 балла. Атакует на 3. Вообще, я получил только один пробой, у него остался 1 балл, и я его сейчас сожру. И тоже 2 балла осталось, но у нас практически целый пахигалозавр остался. То есть самая сильная комбинаха, это первый идет пахигалозавр, потом идет индораптор. А больше никого не надо. Ну и что это было? Взял на 3 проатаковал. А у него 2 балла осталось. Ну ладно. Ну практически. Можно было бы двоих пробить. Если бы я тут еще не зафантазировался. Так, атака на 4. Так, вопрос, у него остался балл или нет? Я тут в облаках летаю, уже расслабился. Ну и чё? 2 на 1. Рискнем, а чё нет? Просто все в атаку. Ум, 6 пробивает меня. На 5. Но я его за 3 пробью. Или не пробью? Вот это вопрос, подождите. 1, 2, 3. А-а-а, я его не пробиваю, караул! Это прикольно получилось, реально, можно было уже закончить бой раньше, а я тут заигрался. Но если он... Прикольно, если он 4 поставил. Черт подери! Но все равно, мы до сих пор живы. Мы до сих пор живы, и 5 мы выдержим. Должны. Нет! Заигрался, называется, ребята. Так, а я хотел что? Я хотел попробовать. Какую комбинашку? Ладно. В общем-то, здесь мы считаем, что победили. Если бы дури не маялись, давайте возьмем амфибий. Кого же здесь можно вообще взять? Ну, по-моему, амфибиями нереально пройти. 1800. Нам нужна какая-то... Ну, тут надо брать вот так вот. Гаргазуха нужно брать. Астапозавра. И снова Гаргазуха. Ну такое. Чё-то мне кажется, не хватит у нас вообще силей. Хотя противник бьет по нам вдвое меньше. Чтобы нас пробить, нужно тех же 4 балла. Даже примерно. Как и с Юдоном там или Индораптором. Ну и нам, но, нам очень много. 2500, ребята, представляете? Мы бьем 2500 всего лишь. Даже не знаю. Так, у него 2 балла, которые он, скорее всего, поставил в защиту, да? Ну, точно пробили.
А, гаденыш, перенес 2 балла, это нехорошо, очень нехорошо. Это может нас погубить. Вот это могло быть смертельной, ну не ошибкой, мы тут не ошиблись, но смертельным поворотом, так сказать. Он атакует на 4, у него осталось 2 балла. Скорее всего, ну я не буду сейчас его атаковать, пусть идет в жопу. Вот это прикольно. Если бы проатаковал на все, он бы победил. Так. Ну, в общем-то, если сейчас дурачиться не будем, то мы победили. На 3. Красавчик. На 3. Хотя почему на 4 должен был атаковать? У меня же 3 балла было. Так, ну и 7 ударов от Горгазуха. 1, 2, 3. За 4 он пробивает его с запасом. Еще и 3. Супер удар. Так, ну это бой был всего лишь за очки. А там у нас было написано сколько? 1500, по-моему, да? А мы в рулетке выиграли 700 и дали нам еще 700. Ну, такие вот дела, короче, ребята. На этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.